Всем привет! Это обзор на Fidget Cube. Куплен на Gearbest'е. В принципе, радуюсь быстро. Кубик не оригинальный. В частности, у него все кнопочки нажимаются щелчком. На оригинальном две кнопки должны быть беззвучными. Шарик должен нажиматься. Здесь он просто крутится в полости. Переключатели на оригинале опять-таки работают несколько иначе. Здесь они щелкают. Там они как-то, по-моему, менее щелкательные. Джойстик вообще на самом деле довольно-таки дурацкий. Иногда отклоняется со своего места и больше никуда не двигается. Крутится на месте. Можно его нажать. Четкого щелчка нету. Да и фиг бы с ним. Переключатель из трех позиций, а не из двух, как на оригинале, опять-таки. Крутилка тоже без рельефа по кругу, но крутится. И, соответственно, такое, как называется, некий там камень успокаивающий, водный. Приятная такая мягкая полость. Потом можно погладить, если что. В общей сложности для ручек, которые любят делать вот так вот, данный фиджет кубик вполне себе приемлемая вещь. Сидишь на работе, делаешь вот так вот. То есть за 100 рублей вполне себе спокойное развлечение. Ничего особо не парит. Единственное, что когда он пришел, он здесь отходил, то есть была щель, ее пришлось подклеить суперклеем. Сейчас проблема решена. Спасибо за внимание.